Первый сет я очень хорошо отыграла, на 100% так, как должна была сыграть, по плану, грамотно, агрессивно, в свой теннис. Я очень довольна тем, как я первый сет сыграла. А скажи, что потом пошло не так? Ну, то есть, вроде делалось точно так же, чтобы... Ну, все, больше... все пошло так, я все... То есть, я просто... Это было, мне кажется, заметно, что я просто физически села. Но это невооруженным глазом было видно, что просто все, я закончила. Бертенс одна из лучших, один из лучших игроков на грунте. И просто нужно продолжать тренироваться. Немножко включим другие вещи. Ну, она не очень такой приятный игрок, конечно же, вот эти ее вращения и то, что она левая рука, не самое приятное, наверное, но, в принципе, ощущала себя комфортно на корте, и уровень был хороший, я думаю, от нас обеих, и, конечно, мы, наверное, рады результату, правда? Подача сегодня 200 километров. Было такое? 190, серьезно. Ну, 190 это не 200. Конечно, почти. 24, да, но... Была, да, я не смотрела. Да, что ты нас спрашивали, что покушала Арина сегодня такое, что такая подача? Оставим это в тайне. Ну, мы очень много с Кики играли. Даже, наверное, на грунте был поединок, но не будем его вспоминать, там был не очень успешный. Если я завтра смогу держать стабильно высокий уровень, задачка не из простых, думаю, у нас есть шанс, хороший шанс. Слышал ли ты нашу группу поддержки? А то. Их невозможно было не услышать, и спасибо им за то, что они приехали поболеть, это очень важно. Мне кажется, она самая лучшая поддержка. Я по ее поединку очень довольна, то есть она реально четко выполнила свою задачу. По Сашиному матчу, в принципе, великолепный первый сет, да, очень-очень на уровне. И, наверное, вот этот вот очень высокий уровень где-то чуть-чуть вот... Не хватило Сашу на второй сет, потому что не удалось ей этот уровень удержать. И, ну, а опять-таки с такими игроками топовыми, как Кики, конечно, если ты нельзя где-то давать. Выпадаешь и свое не держишь, ну, это забирается сразу, и что мы, в принципе, и увидели. У нас нет, у нас есть план, который мы придерживаемся, все нормально, и тактика, да. Ну, в принципе, 1-1, ну, предсказуемый, да, как ты ни крути, предсказуемый результат. И какой вопрос? Могло быть 2-0. Могло быть, да. У нас 1-1. То, что она три сета отбегала, это поможет? Саша или Бертенс? Я не знаю, она хороший игрок. Я думаю, что у нее большой опыт отбегивать три сета и выходить еще три сета отбегивать, и потом еще турнир выигрывать. Поэтому я не думаю, что мы должны прям так расслабляться. Потому что я думаю, что уровень завтра будет высокий. Поэтому... Нормально, я же говорю, у нас есть план, мы его придерживаемся. Все под контролем.
виде итог сегодняшнего поединка? Ну, естественно, конечно, недовольна уровнем, который я сегодня продемонстрировала, и недовольна тем, что я не смогла вернуться в игру. Но it is how it is. Я могу сказать, что я, наверное, сделала все возможное. И подышать пыталась, и пыталась там покричать, и ракетку побить, и как-то просто как бы чуть подольше походить, но ничего, все не работало, подачи вообще не было, и, конечно же, наверное, это больше сыграло роль, потому что немножечко было, наверное, психологически больше тяжело, и это тоже проблема, но, как я сказала ранее на английском, не знаю, как это сказать, чтобы мягко сформулировать, но не очень хорошие дни случаются в нашем виде спорта, и это просто нужно делать выводы и идти дальше. А ты была сегодня немножко недовольна болельщиками, которые сидели рядом? Ну, блин, это уже второстепенная проблема. Первая проблема, что я вообще, в принципе, нашими... Не-не-не, которые вот рядом из Нидерландов. Первая проблема — это то, что я вообще их слышала, потому что, в принципе, в основном я не особо так... Ну, вообще, в принципе, это не слышу. А проблема в том, что вообще мое внимание сегодня было везде. Возможно, я не знаю, возможно, я слишком много положила ответственность на себя, и как бы это сыграло какую-то злую шутку. Возможно, я просто завелась, не пойми с чего. Вот. И, скажем так, ну, конечно, там неприятно было, что прям перед ударом крикнули, но как бы это не проблема. Проблема, что я слышала это. Как-то это сделали, потому что мы проигрывали с брейком,
И до того момента, как мы брейканули, мы вообще не могли брейкануть. Боже, что я несу? Короче, мы вырежем. Просто вот пытались бороться и не думать вообще, абстрагироваться от всего и просто как бы играть каждый розыгрыш и старались найти как-то вот... Просто старались думать на корте и действовать логично. То есть как бы просто стабильностью какой-то и молодостью, что ли, физикой. Нет, не стабильностью, а своими активными действиями. Да, но стабильными и как бы и агрессивными, и все в корт, и старались бегать на перехват, то есть не бояться ничего, и просто как бы действовать агрессивно, несмотря на счет, несмотря на вообще, что происходит. Вот. Вот так вот. И, наверное, в принципе, и в конце, наверное, это сыграло роль, потому что они на добряке были более такие пассивные, а мы как бы, мы сразу все вместе коллективно решили, что мы будем действовать уверенно. Коллективно решили. Да, капитан сказал, сейчас не зашевелитесь. Зашевелились. Ну да, нас напугали. Арина, какой вот самый ключевой, наверное, момент был в матче вот заключительном, решающем? На твоем, по твоему мнению? Ну вот, который бы определил... На тайбрейке, например, сейчас счет вот 5-2, когда вы, наверное, вели или нет? Арине на выступлении или да, что? Да, вот то, что мы говорили около, чего да. Потому что некоторые не поняли, что случилось. Я просто, я не знаю, я не видела, мне казалось, что она вообще просто стоит, и она как бы стояла, и я била в открытую, и она стояла, просто не двигалась. И в какой-то момент она просто под конец поставляет ракетку, а я уже в этот момент кричу «Камон!» и как бы... Ну, как бы, да, я не ожидала, то есть это все было так резко и на эмоциях, и ну, все захлестывало, и, конечно, так сказать, я немножечко чувствовала себя виноватой в этой ситуации, и в тот момент, конечно, Саня спасла нашу, как бы, пару, и вот это было ключевое, наверное, вот на... Мы же проиграли, по-моему, 5-4-0-30 на моей подаче, да. И, как бы, вот то, что мы нашли вот какой-то способ их... как-то вот выиграть этот гейм, я думаю, что на них это тоже наложилось, потому что все-таки они вели 30-0, то есть там как бы вообще было все очень близко. Не могу сказать, что мы прям мега классно тот гейм играли. Да, мы как команда. Да, были моменты, когда вот Арина классно играла, потом Саша проваливалась, да, одновременно, ну, да, и пара. Наоборот. И вы так друг друга компенсировали, это что... Это уже называется команда, да. Что вот это было... Один чуть-чуть, второй как бы на себя берет. Там вот, ну, так. Ну, невозможно так ровно. Если вот так ровно идет, то получается счет 6-1, 6-1, 6-2, 6-2. Потому что, ну, когда два человека просто играют, ну, невероятно, ну, тяжело что-то сделать. И поэтому пара, ну, интересно, что в любой момент все может... Там 4-1 ведешь, это все может очень там резко, быстро поменяться. Там, то есть никогда нельзя расслабляться. Какой-то промежуток Арина классно играла, какой-то промежуток я. То есть мы так менялись, но все равно оставались командой. Здорово. Вот, и у нас вот так вот все было очень командно. И в нужный момент, что вот нас спасло, мы вот как бы вот так собирались и как бы добивали. Твои эмоции по поводу выхода в финал? Я не знаю, ну, конечно, мы рады, блин, ну, это круто. Конечно, очень счастлива сыграть в финале в Будапеште, в отличном, красивом городе, впервые, да, такие соревнования будут проводиться. Ну, это все здорово, у нас отличная команда, мы готовы, у нас есть одиночники, у нас есть запас, есть парницы, все очень здорово, мы рады, но об этом подумаем, как говорится, завтра. Для нашей страны это очень важно, и почему бы не попробовать еще раз выиграть Fed Cup титул? Это очень круто, я думаю, это очень, я думаю, большой престижный титул, и для нашей страны это важно, и как я уже многократно говорила, я устала объяснять людям, где Беларусь находится. Ребят, ну камон, ну как бы, откройте карту. Спасибо, Арина. Таня, по сегодняшнему поединку Саши, немного Арины и пара. Итак, не получилось у нее вчерашней Арины, да, она очень хотела, и мне кажется, вот так хотела вчерашнюю, да. Арину, что... Да, я ночь как бы так не спала вообще, да, я была просто на каком-то... Сегодня не получилось, да, то есть, и, конечно же, с таким игроком, как Кики, ну, понятно, да, там нельзя ничего дарить, нельзя ничего отдавать, нужно... просто жестко забирать свое, да, этого, к сожалению, не получилось, но хорошо, что Арина стала лучше подачи,
терпение, как-то удары. В принципе, ну, у тебя просто сел, больше села, ну, сел мяч на ракетку, скажем так, да, что в одиночке не получалось, да, очень-очень много было невынужденных ошибок, которые были вот такие, да, то есть это вот, ну, слава богу, в паре это вот все, вот это вот стало вот это вот в корте, да. Это, конечно, это меня очень радовало, скажем так, да. А по Сашиному матчу, да, как я уже сказала, первый сет у Саши совершенно не получилось совладать с собой, да, потому что понятно, что когда ты выходишь на, скажем так, на последний бой, да, то есть все на тебе, выигрывать нужно кровь из носа, да, и иначе все, матч проигран. И в первом сете, конечно, Саша, ну, тяжело ей было, да, она не смогла совладать с собой, не смогла совладать своими нервами. Вот, ну, опять, как я сказала, это уже была моя задача все-таки вывести ее из этого состояния. Саша сейчас в хорошей форме, она реально может Рус обыграть. И вот задача была вот прийти в себя и начать играть. Что, в принципе, Саша сделала и своей игрой показала, что она лучше. И триллер, да, пара? Пара, ну, скажем так, одинаковая по уровню, да. Я бы сказала так. Для того, насколько мы, ну, правду говорить, не сыграны Сашей. Ну, конечно, мы не сыграны. Очень сыгранно, да, отыграли. То, что я, да. То есть это очень круто. И Арина, и Саша прекрасные парные игроки, да. Они отыграли как сыгранная пара. Да. Что они отыграли как команда, действительно, команда. Они продержались весь матч как команда, они бились до последнего. Очень все было рядом, очень все было непредсказуемо до конца, вот, но они молодцы, они все, да, мои установки реально выполняли, и... Я прям горжусь, какая мы была сегодня сплоченная, да, команда, и, да, поддерживали, как нас просто все там вообще... Да. Болельщики, конечно, тоже очень команда, помогли, потому что, да, вот именно команда, да, сегодня была вот команда, прям вот со всех сторон команда, да, да, это, конечно, это очень помогает. Где-то в парном поединке сыграла ли плюс команде Беларуси то, что немножко физически подсела Бертенс? Она не то чтобы физически подсела, она подсела психологически, потому что вот такой накал страстей, да, она подсела психологически. И от этого, конечно же, то есть она начала чуть-чуть выпадать, да, но... Нужно отдать должное девчонкам, они все для этого сделали. И это, спасибо, в том числе, это был мой план, в том числе один из, да, то есть, чтобы ее нагрузить и чтобы она вот так вот выпала. То есть девчонки сделали, вот, как я уже сказала, все установки выполнили, и это полностью их заслуга, что она вот подсела, да, это все не просто так. Это за дело. Схватились, да, ее грузить. Наверное, заключительный от меня вопрос. Там, довольны ли вообще? Какие предвкушения по поводу финала? Боже, какие эмоции? Да, нет, ну, конечно, да. Очень-очень довольны. Прям, конечно, очень. Раздевалка вся у нас прыгала и танцевала после. Первый год нового формата Фидкапа, да, и это, конечно, это очень хорошо, что мы... Все-таки достойная команда. У нас амбициозные задачи у нашей команды. И, конечно же, это очень радует, что мы все-таки вот проверим новый формат до конца, сыграем в финале в апреле в Будапеште. Мы как бы даже не обсуждали тот вариант, что мы проиграем. Все-таки после Сашиных 0-6, вот насколько у вас была вера, что все сложится нормально? Да, потому что она выиграет. Вера была на уровне. Может, заклинание какие-нибудь есть там в этом? Да, мы сидели вообще, это, молились, вот, и все, заклинание читали. Посылали Саше положительно флюид, да? Не очень попадала. Я вообще, я такая говорю, сейчас сколько она двойных подала? Она подала ее. Одну?